Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова я, Надежда. В общем, отправила малышей. Сегодня у нас 5 сентября, суббота, 6-й школьный день. Антоша и Карина пошли в школу на мероприятие, а я осталась дома с Доминикой и Сашей на работу. В общем, кто куда. Вот. Хочу прибраться у улиточек, да, прибрать их на этом всякие поделки. Вот. И наблюдаю такую картину, но уже не в первый раз. Как улитка кутается на улитке. Я уже отщелкнула вот эти вот ручки. Вот что вытворяет. Это уже он слазит, наверное, один, который висит. А так он был вообще окутал полностью ракушку вот этой вот улитки. Теперь он, наверное, слазит. Он, она. Улитка, говорят, бесполое существо. Здесь нету мальчика, нету девочки. А тут скручивается. Прячется. Напугалась чего-то, наверное. О, как они интересно висят. Сейчас я их вот так вот на стол положу. Пускай ползают по крышке. О, видите, как они ползают. Интересненько. Сейчас поставлю на ускоренку понаблюдать за ними. Посадила улиток на стол. Одна вообще спряталась. Напугала я их, короче. Как разлепляла. Это вообще, я не знаю. Вот эта вот была очень сильно присосалась к стенкам этой улитки. Хочу попробовать дать капусту. Будет она есть или не будет. Капусту есть. Будет она есть капусту или не будет? Будет. Думаешь, будет? Да, посмотрим, будет ли она есть капусту. Да какая-то грязь. Да посмотрим. Я вытираю часть. Огурцы едят хорошо. Капуста неизвестно. О, вторая улитка начинает вылазить. Она ест. Да. Не видно. Видно. Как она откусила. Вот, вот ротиком своим. Смотрите, какой у нее рот. Жует, видите, как она жует? Между прочим, они когда не трогают ничего на компьютере, когда она за кожу кусает, улитка, между прочим, ощущение, как будто комарик кусается.
Ну, вот она теперь там прячется. Не видно, как она кусать будет. Ой, Туречка, тачая. Угу. Татушка. Тише. Ника, тише. Капуста шевелится, как она ее зубами. Нет, она не по зубам. Слишком твердая, наверное. А там Витька убегает куда-то. Можно часами сидеть наблюдать, о, как она трясёт, кажется, свои зубы. Ника, включи свет. Ника, включи свет. Да, я не вижу. Здесь камера. Ну и что, что камера здесь? Я всё равно не вижу. И ещё. Зачем же тебе съесть? Ой. Даже слышно было, как она грызет капусту. Щечки такие были. Ника, хватит мне капуста. Все уползает. Самое то, что интересно. Дай. Смотрите, видно, как она кусала ее. Видите? Она была ровненькая, так получается. Вон, чик-чик-чик-чик. Прикольненько. О, как что чистил. Господи, сижу до сих пор, наблюдаю за улитками. Чего они делают? Лижут, стол облизывают. Короче, это. Надо им дать тряпку в руки, а идут пыль вытирают. Вот, капусту едят неохотно. В стол, походу, лизать вкуснее. Вот, пойду, короче, я им за огурцами. И посажу обратно в коробочку и буду заниматься своими делами. Как говорит мой муж, позвонил и говорит, слушай, вот накупляла хозяйство, я сама умотала на вахту, говорит. Приезжай со своим хозяйством, разбирайся сама. Поэтому мое хозяйство... ползает пока еще по столе. Сейчас я их посажу в коробочку и буду заниматься домашними делами, так как работы куча-куча, особенно вот в доме тут сразу бардак вам не рассказать. И даже показывать не буду. Ника? Тё, мама. Не барабань, тё, мама. Все, понаблюдали за улиточками. Всем счастья, любви, здоровья. Всем пока. Тетя, включи свет. Тоже включи свет. Привезли улиточкам новый мох. Одна уже лезет, обнюхивается. Огуречек положили. Травку они уже скушали, еще наложили им этот молочай. Слопали. Интересненько так. Вот и все. Наши улиточки живут.
Замечательно, им домик нравится, пока еще ниши небольшие. Этого домика пока им достаточно. Ну, потом купим им другой домик, да? Эй, ты куда вылазишь? Да, мам. Эй! Эй, ты куда? Не убегай. Ну, то, что не стучи. У них вот здесь вот было беленькое, все прозрачное, а как наелись, он потемнело. Я сижу.